Киеве открыт художественный форум «Art Kyiv Contemporary». В Мистецком арсенале в его рамках представят более 30 художественных проектов из разных регионов Украины. Экспозицию откроет платформа молодых художников. Классик украинского современного искусства Арсен Савадов презентует проект «Комедия дель арт». А киевская галерея «Onto Art Gallery» представит золотую коллекцию украинского рекордсмена аукционных продаж Анатолия Криволапа. Параллельно с основной экспозицией «Art Kyiv Contemporary» в Мистецком арсенале будет работать также образовательный проект для детей и подростков «Арсенал идей». Ежегодный международный форум «Art Kyiv Contemporary» – масштабный проект украинского арт-пространства, происходит с участием лучших институтов, кураторов и художников, которые работают с актуальным искусством в Украине и мире. Событие пройдет в Киеве восьмой раз.